Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFFPS. И да, я нашел видеоролик, записанный в октябре. Вот, если не ошибаюсь, не выложенный. И вот я решил его, собственно говоря, выложить. Он без монтажа. Чисто полная видеодорожка идет. Вот, я думаю, вам понравится. Перед началом ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, ну и, собственно говоря, приятного вам просмотра, да. Всем привет, дорогие друзья, вы на моем спортивно-игровом канале сейчас находитесь. По названию вы уже догадались, что сегодня у нас будет что? Правильно, Реал против Барсы. Я буду играть за... Конечно, за Реал, потому что там Роналдо и Бейл. Это сезоны 15-16. Это специальный мод для Пески. Будем играть вот так играть будем. Вообще так играть будем, вообще ужас просто. Так. Я всегда меняю схему, потому что Роналду здесь, Бейл здесь, это... Все, конечно... Нет, я не буду ничего менять. Потому что 4-3-3, конечно, схема хорошая, но она... в общем, там постоянно нужно бегать. Постоянно нужно бегать. А это, в конце концов, очень плохо заканчивается тем, что... Ну, бегать это плохо, нужно играть в футбол. Итак, это у нас Эль Классико, Эстадио Местала, а почему не Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу, какой-то Месталья. Ну, ничего страшного, главное, что у этих команд есть фейсы, не забываем, это PS6, все такое, и наш рингтон. Все, рингтон заканчивается. Я не могу тратить ваше и свое драгоценное время на это, потому что вот, поехали. Криштиану Роналду, Бейл, Том Круз, Модрич. Вообще крутые пацаны на самом деле. Да, и первый же подкат. Да. Окей. Итак, это it's Modric, it's Isco. У Isco слабая скорость, скорее всего, да, его накроют здесь. Его здесь накроют, но ничего страшного. Тут есть Карвахаль. Бейл. Бейл даже может пробить. It's chance! Там прям как-то странно сказал это все дело комментатор. Можно навесить даже. Ничего страшного в этом не будет. Потому что там это гол. Это кто был? Это Криштиану Роналду забивает первый матч. Уже на какой минуте? На какой? It's such a well... Что он сказал? Комментатор что-то какую-то фигню несет. Я надеюсь, вам все прекрасно видно. С подачи я уже забыл, кто подавал. По-моему, Модрич, да? Такс. Нет, Круз. Круз. Ну, а кто? Маскерано, ну... Ну, надо думать, против кого ты играешь, конечно. Это Криштиану Роналду. Так, а если я сделаю вот... Ой, это еще хуже. Фокус. Я тебя прошу. Суарзит. Тут сложнее, кстати, контрить все это дело. Вынос, вынос. Ой, как хорошо. Но тут Иньеста, которого мы бычим. И тут, ну, извините, это Варан, который, ну, сегодня не позавтракал, поэтому он такой немножко злой. Так, а я не успею. Нет, не успею. Да, я хотел сюда переместить Роналду, чтобы он головой отбил. Но это Лионель Месси, который сравнивает счет великолепным штрафным. Ну, это, по крайней мере, хорошо. С одной стороны, плохо. Типа, нафиг мне... Но штрафной классный. Штрафной классный. Следовательно, нам нужно... Во-первых, у нас уже на 20-й минуте два мяча забитых. А когда очень много голов, это в любом случае хорошо. Почему-то я не могу Дембеле... А, так, подождите. Это уже не сезоны 15-16. Это не сезоны 15-16. Это уже... как минимум 17-18. Я ошибся, извиняюсь. Марсело не добегает, да. Ничего страшного. Да, Роналду сейчас 35. 20-21. Если не прав, поправьте в комментах. Если ему 35, значит это 20-21, 17-18. Три года назад ему здесь 32. Да, все правильно, 17-18 сезоны. Роналду... Здесь бежит, его здесь накрывают, но он все равно справляется. Бензема теряет мяч почему-то, непонятно почему. Вынос.
подбор. Нет, здесь нет подбора. Да, за нами все-таки подбор. Иску не добегает и не добегает. Здесь, да, Барселона контролит мяч в своем репертуаре. И почему-то вот так надо делать. Ты что думал, просто пройдешь? Не, здесь подкаты есть, чувак. Не, братан, не. Так, Иску, хороший пас. И просто от Бейла требуется вот так вот, просто вот так вот. И вот так вот. И Роналду здесь уже, ну, второй раз такой, конечно, не получится, потому что это все-таки немножко другой геймплей, в отличие от PES 6. Но это все-таки PES, это не FIFA. К сожалению, с одной стороны, а с другой стороны, даже к счастью. Вот, видит Бейла Марсело, но здесь нам Семедо не дает прорваться. Так, это у нас Бейл, да? Ну, он видит здесь Модрича, а Модрич видит Круса. А Крус прессингует, здесь вынос, и мяч, скорее всего, будет наш. Нет, мой мяч не наш, заканчивается первый. Да, тайм. Я буду играть за Барсу. Один тайм, этого будет достаточно. А может быть и два, кто его знает вообще. Ну, хотя бы один. Так, что это было сейчас? Серьезно, офсайд, я даже не заметил. Скорости очень быстрые. Очень все быстро происходит. Я даже не успеваю ничего понять. А здесь уже, может быть, забит гол Альба. Альба видит, что там никого нет, и поэтому туда подает Ракитич. Здесь Пике увидел, и наказал Дембеле. Видит Месси, который теряет мяч, его просто Варан толкает, Месси падает, и все. На этом все дело заканчивается. Ну отберите, ну что такое-то? Это же всего лишь Бейл. Так, сюда. Иньеста. Ну, по стандарту. И просто, да, вот туда, но там был Марсело, поэтому ничего из этого не получилось. Альба навешивает Дембеле, у него роста нет, у него корпуса нет, и здесь вратарь. Ну, во-первых, это был не пас, а удар. Во-вторых, я не понимаю, почему он все-таки поставил офсайд. Может быть, вы в комментах мне это все объясните. Вот. Ну, сейчас мы полигонечку, хотя бы еще парочку голов-то забьем. Забьем. Семеду знает, что, скорее всего, забьем. Проходит пас. И Дембеле просто пробей! Это было неплохо, но это выше ворот. Да, смотрите, это было прям многообещающе. Нужно обязательно выиграть вверх, но Месси, сами знаете, 170. Поэтому вверх не получится выиграть. Так, сюда, Маскерано. Месси запускает. Модрич просто, я не знаю, гроссмейстер. Гроссмейстер знает, как играть против Месси. Нож поставил, все. Месси минус. Так, ну здесь, я повторяю, наступил всего лишь на пятку. Даже извинился. Ну, бывает такое, бывает. Тони Круз. Это удар, серьезно. Это неплохо. Это было прям вообще классно. Здесь мы закроем. Здесь мы вынесем. Ребята, вы чё? Нельзя так играть. Вот так надо играть. Ну, так тоже не надо играть. Тем более так нельзя играть, потому что забьют же. Да фу, брысь, что там было? Ничего не понимаю, как что-то странное с этим модом. Далее, Альба. Иньеста. На другой фланг, ничего страшного. Семедо. Еще раз. За спину не получилось уйти. Жалко. И, в принципе, тайм подходит к концу. Но что-то мне хочется полный матч сыграть. Если мне эта игра даст, я все-таки доиграю. Доиграю за Барсу. К сожалению, хотел поиграть все-таки за Реал, за Роналду, за Бейла побегать. Но, видимо, игра мне это не даст сделать. Ничего страшного. В следующий раз, где-то через месяц или два поиграю. Не знаю, когда точно. Криштиану Роналду, смотрите, что делает. Иско, все. Первый тайм заканчивается, но я сыграю полный матч. Погнали.
А, нет, куда погнали? Стойте, стойте, куда погнали? Надо настроить кое-что. Во-первых, что это за бред со схемой? Вот такую надо схему. Вот такую схему надо. Пойдет. Пойдет, да. Все. И individual settings. Это вот сюда. Это вот сюда. А вот это вот немножко оттянем туда. И, в принципе, нормально. Пойдет. Все, погнали. This is second half, 45 minutes. Почему не понимаю этих комментаторов. Какие-то просто фразы несут и все. Итак, это Rakitic, но почему-то Тони... Да. Да, это желтая. Еще одна желтая. Ну, я надеюсь, не красная. Да. Заметьте, в PES 6 я вообще не получал никаких карточек. В этой же PES 6 я их получаю просто направо и налево. Мне их раздают просто в оптами в розницу, так сказать. Так, Месси. Месси убегает от Марсело. Но здесь можно вот так. А, уже нельзя. А теперь можно только вот так, Маскерано. Отдай быстрее, пожалуйста. Здесь Дембеле. Подумай, потом делай. Там Гаррет Бейл. Почему Гаррет Бейл был в защите? Еще, как он это классно говорит. Так, все, мне хана. Альба, догоняй. Догнал. На, все, нормально, пойдет. Все, он там травмирован уже, наверное, Семедо. На Месси. Ай, почему нельзя было сделать ложный замах? Я делал ложный замах. Ладно, ничего страшного. Здесь мы... А, здесь наш мяч. И мы попытаемся с левого фланга перейти на правый. И там уже... О, да, у нас это получится. Мы это быстро сделаем. О, вот, получилось. А здесь мы... Пенальти? Ставь пенальти, не имеешь права. Ну, мне очень интересно посмотреть на это. Как бы, спорный момент. Ну, короче, пенальти. Ну, по моему мнению, конечно же, там не было никакой пенальти. Но если бы поставили, я был бы не против. Почему-то у меня там что-то ребит. Ладно, ничего страшного. Идем дальше. Я просто от безысходности. Раз голов нет, значит, будут вот такие моменты. Ну, напоминаем, в теории у нас как бы 1-0. Помните, да? Как бы гол от Роналду с головы и гол Месси со штрафного, да? Да, помните? Хорошо, что помните. Дембеле. Так, они уже помнят, как я проходил, но ничего страшного. Андрес Иньеста, закрутка куда-то не туда, и что? Это просто, я не знаю, надо просто, ну как, с метра не попасть. Ну что за бред? Rakitic молодец, Месси, я надеюсь, ты сейчас-то не прострешь этот момент. Финт из 10-го дивизиона не срабатывает. Почему не срабатывает? Всегда срабатывает. Здесь почему-то нет. Так, Пике. О, Семедо запускает коротышку. Коротышка отдает грамотный пас. Иньеста. Блин, а там сзади-то Rakitic, да? И Rakitic с лету! Прямо же в руки вратарю. Ну, это как-то несерьезно уже. Да, все, заканчивается. Я надеюсь, здесь можно будет сразу перейти в пенальти. Блин, здесь можно только в экстра тайм. Ну, в экстра тайм там недолго. Еще минут две, наверное. Фу, поехали. У меня уже там все пацаны устали. Я сам тоже устал. Я хочу спать. Мне еще завтра рано. Куда-то вставать, надо идти. Вот. Ну, так ты открывайся для мяча. Ну, что ты стоишь-то, как этот, я не знаю. Так, сюда. Что я делаю? Да, здесь, ну, ничего страшного, мяч все равно наш. Нет, даже... Да, 2 минуты всего лишь это займет. И далее мы перейдем уже к пенальти, я надеюсь. Сюда. Так, ну что-то какой-то бред я сделал, если честно, потому что Месси не побежал открываться. Гаденыш такой маленький. Так. Семедо хотя бы Семедо открылся. Кто это? Месси не открывается, он не бегает, он ничего не делает. Помогите, что мне делать? Блин, так,
А если в центр? Все, да, все, это по нулям. Месси свалил на Роналду. Да. В реальности такое вообще может быть. Ну, было вроде как-то. На самом деле я уже устал, вымотался. Еще second half этот. Second... Еще горло болит уже. Я записал сегодня видосов. Сколько? Ну, 6, наверное. Поэтому я очень устал. В плане горла. Ну, здесь прессингуй. Здесь вынос. Жалко, конечно. Так. Ну, здесь уже я не хотел, если честно, этого делать. Отбери. Что? Просто рядом с тобой мяч. Что за бред? Так. Вот. Молодец. Молодец. Так. 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 А все. А все. А что такого? Пас отдай. Вы видели, я пас отдал. Но там блокировка. 2-2-8. 1-3-3-7. Отдай. Отдай уже быстрее. Я не знаю, кому отдавать. В центр. Вот. Вот там. А вот там. А вот там. It's a chance. Chance это chance. А ты им не воспользовался. Ну что ты делаешь? И запускай. И запускай. А там можно навесить, но это куда-то не туда. Что это такое? Я сам от своей игры же угораю. Ну да, это будут пенальти. Так. True penalty. Все, все будут бить. Давайте влево. Просто влево. Ну ладно. Бывает. Я имел в виду лево от вратаря. Ну ладно, ничего страшного. Суарзито. Почему он знал именно, что я туда? Так, давай еще раз влево. Да ладно, ну как еще это комментировать? Еще раз туда. Все, это ГГ. Я правда не знаю, что это значит. ГГ это вроде типа ты когда проигрываешь. Ну это же вообще расстрел. Вы видели, он руки тянул, а он там туда, он там сюда. И Месси такой, Ну это просто, я не знаю, разнос нас. Да. Да, Месси, как обычно, проиграл в финале и плачет. Вот, ну, у нас были вот моменты, например, вот этот или еще вот этот. Так, ребят, в общем, спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать никакие видеоролики. Также колокольчики, еще раз лайки, подписки. Можете друзьям отправить. И всем пока. Смотрим на статистику. Я был неплох. Все, всем пока. Я надеюсь, это последний видеоролик по компьютеру в этом месяце. Я записывал где-то на 2 месяца, если учитывая 2 видоса в неделю. Поэтому все нормально будет. Без видосов не останетесь. В общем, всем пока. Месси такой... Ну это просто, я не знаю, разнос нас. Да. Да, Месси, как обычно, проиграл в финале и плачет. Вот, ну у нас были вот моменты, например, вот этот или еще вот этот.